Всем привет, ребята, вы играете в Фредди Гарфилд, и мы с ним играем в игре Майнкрафт. Ребята, меня посадили в тюрьму. Да, в эту же нашу тюрьму. Это я вам прошлой серии показывал. Блин, за что? Я только человеку ударил. За то, что он у меня золото отнял. Который заработал на работе. И вот все, заработал, сразу отняли. Еще меня в тюрьму посадили, когда его надо было садить. Вот, ребята, пишите в комментариях, кто был прав, я или тот, кого я ударил. Ну, короче, напишите в комментах. Сейчас я камеру перетела. И, короче, у нас сегодня будет побег. Настоящий побег. Из тюрьмы. Будем стараться выйти из этой тюрьмы. Да, и ребята, вы наверное не заметили, но увидите, что у меня там? Видите? Да. Это то, что чем мы будем. Это там все лежит, что нам понадобится. Открываем сундук. И думаю, оставим, берем только вот это. И бежим. Раз. Два. Переделаем. Так. Заделываем. Все. Все спокойно, идем спокойно. Мы нормальные. Что? Что? Нет. Где жир? Стоп, это что? Здесь ничего. Сундук не открывается. Хотя подождите. Все включу. Вы ничего не слышали? Мне показалось, что что-то прозвучало. Есть! Мы открыли сундук. Так. Вот так. Открываем. Ай, стой. Открываем. 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 Так что же открывался. Будешь это знать. Я знаю, что сделать. Просто с тобой подраться. На. Ребята, все. Бежим отсюда. Сейчас менты приедут. Сейчас менты приедут. Нет, 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 нет. Я уже слышу, как они подъезжают. Фух. Успела. Я очень успела, ребята. Это было очень сложно. И теперь нам в больницу. Давай сейчас. Что такое? Блок. Вот это делать. Не трогайте. Хорошо. Где я? Стоп, стоп. Я в больнице? Так, стоп. Почему я в палате? Почему я один? Надо убегать отсюда. Кстати, ребят, почему я не на выживании? Мне что, опять
сделали операцию, так чтобы я на сегодня не был. Где-то доктор. Эй, доктор, где вы? Может, вы знаете где? Нет, не бежать домой. Бегом, бегом, домой, домой, домой. Все, спасибо. Теперь домой бежать. Только домой. Домой. Только домой. Только домой. Фух. Всем спасибо, ребята. Мы смогли выйти из этой больницы, из этой тюрьмы. Всем спасибо. Если вам понравилось видео, всем пока.